Алло. Сыночек, привет, мой дорогой. Привет, мам. Как ты там, сынок? Да нормально как. Чего ты, детка моя, как там, деточка? Расскажи что-нибудь про себя. Да ничего, вперед пошли. Вперед пошли. Но я сегодня видела по сообщениям, по новостям, ну, в интернете, что там начались у вас серьезные дела. Да. Сейчас вот сидим. Раньше было спокойнее намного. Намного было спокойнее, да? Конечно. Да, ну, нормально уже, что, привыкли. Сидишь над головой. Прилетел. Я вообще вот ночую. Чуть ли не в обнимку с холодными тут лежат. Ты чё? Сегодня очень много прям информации о пленных. Ну, вот где вот в ваших в деревеньках. А кто не успевает добраться, тем до свидания. Да. Того же вчера. Вылечите нас. Спасите нас. Да. С подвала кричали, ну. Спасите. Да бросайте оружие, вот и складывайте, и выходите. Да, конечно. Ага. Гранаты им туда. И все. Помнишь, говорила это? То, что в пятером мы. Угу, помню. Все, теперь в четвером. Ой, Никита, сынок. И там ничего, это, ничего жесткого. Ну как ничего жесткого? Осколком в ногу попало. Ну, жив? Жив, жив. Слава богу. Ой, слава богу. Ну это отправили в госпиталь, да? Да, сейчас поедет домой, денежку получит. Понятно. 3 миллиона. Там на местном уровне вам ничего не рассказывают про тех, кто возвращается в Сургут. Нет. Вообще ничего не слышно. А он с тобой тоже туда попадал? На Украину нет? Конечно, да, он со мной же поехал. А, и что, домой вернулся уже? Так он нет, он в самом начале ему этот ноги переехал.